Здесь настоящий китайско-вьетнамский квартал. Кафе, парикмахерские, несанкционированный рынок – все исключительно для своих. В подтверждение тому и вывески, они без перевода на русский язык. Находится этот городок на юго-востоке столицы. Это прилегающая территория торгового центра Москва. Здесь якобы хранятся товарные контейнеры, а на деле – пристанище мигрантов. Полицейские уже проводили здесь рейд несколько недель назад. Однако ВОЗ и ныне там. Увидев стражей порядка, мигранты бросились в рассыпную, а те, кто сбежать не успел, взялись за телефоны и стали кому-то звонить. Приезжие из Китая и Вьетнама приходили сюда полакомиться блюдами национальной кухни, привести себя в порядок, развлечься. И все это, не обременяя себя изучением языка страны, в которой они находятся. Что вы здесь делаете? Я кушаю здесь. Кушаете здесь? Да. А где вы живете? А? Живете где? Китай? У меня Китай. Китай? Да. Тоже Китай? Тоже Китай. Собравшиеся здесь покушать, с их слов, нигде не работают. Вот так хорошо им живется в Москве. Русская пословица «кто не работает, тот не ест» им неизвестно. У них все с точностью да наоборот. Для местных посетителей здесь готовились всевозможные деликатесы. Гусеницы. А вот лягушки. И все это под горячительные напитки. Китайская водка 52 градуса. Как выяснилось, некоторые мигранты здесь и вовсе жили. Хотя в регистрации у каждого был указан вполне конкретный адрес. В Москве здесь где живете? Я раньше много милиции тоже видела, тоже нормально. Я знаю, как еще говорю, я не понимаю. Да. Такие непереводимые ответы полицейские получали на все вопросы. Более 40 приезжих из Китая и Вьетнама доставили в территориальный отдел полиции. Там с ними будут разговаривать с помощью переводчиков. На 10 иностранных граждан были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. В ходе данного мероприятия была выявлена гражданка Молдовы, которая занималась несанкционированной торговлей, соответственно, которой был составлен административный протокол. Также все задержанные проверены на причастность к совершенным ранее преступлениям.